Доброе утро. У нас такое холодное утро. Я одела куртку. Смотрим. Только она у меня залежалась, поэтому я ее не отмыла, честно признаюсь. Как висела, так и одела сразу. Такое вот у нас утро. Захотела показать это видео, потому что хочу видеть позитив во всем, приятные моменты. Ноги, конечно, у меня уже промокли от мокрой травы. Цветочки. Тут, конечно, сын потрудился, поработал. Мы его ругали, конечно же. Такое вот у меня утро. Ноги слегка промокли. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пока-пока.